Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Нескользкая дорожка на улицах Чебоксар, начали использовать новый реагент. Что течет в Волге? Загрязнение реки сточными водами стало основной темой форума природоохраны и прокуратуры. За качество в Чебоксарах стартовал очередной форум стратегии и практика успешного бизнеса. В Чебоксарах стартовал очередной форум стратегии и практика успешного бизнеса. Его проводят в преддверии Всемирного дня качества. Сегодня ведущие эксперты обсуждали, что необходимо сделать для развития предприятий и продвижения продукции на экспорт. Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Как построить стратегию успешного бизнеса в Чебоксарах обсуждают 12-й раз подряд. На очередной форум в столицу республики приехали эксперты из Самары, Красноярска и Москвы. Каждый год именно здесь встречаются представители промышленной сферы и ведущие специалисты в области качества. Организаторы этого форума преследуют глобальные цели. Первостепенная задача – создать предпосылки для внедрения инновационных технологий управления. Эксперты говорят, достичь высокого уровня качества в промышленности возможно только сообща. В этом должны быть заинтересованы и местные власти, и представители предприятий, и общественники. Одним из залогов успешного бизнеса эксперты называют сертификаты, подтверждающие качество продуктов. К примеру, для предприятий пищевой промышленности разработали специальную систему менеджмента ХССП. ХАСП – великолепный инструмент. Сегодня выходит новая версия. В 2018 году все должны перейти на новый стандарт 2015 года. И кто сегодня уже подошел к решению проблем риск-менеджмента, начинает испытывать какие-то свои небольшие исполнения, методы, способы. Чувашские заводы, уже внедрившие систему мирового образца, прочно закрепились на зарубежных рынках. Сертификат ХССП не первый год получает и ведущая кондитерская фабрика столицы. Свою продукцию предприятие экспортирует не только в страны Европы, но и в Китай. И сегодня проникнуть на рынок непросто, но бояться этого не нужно. Нужно только соблюдать и знать, как соблюдать, как оценивать те требования, которые предъявляет сегодня рынок через систему технических регуляций. И в этом смысле сертификат предприятию чувашскому АКОНТ, который мы вручаем сегодня, он действует во всех странах мира. И неважно, где находится предприятие, в Чувашии, в России. Или в Европе, или в Австралии. Требования едины. И проникновение на рынок и торговля, оно обеспечивается, насколько предприятие умеет эту конкурентоспособность обеспечить. Чтобы наращивать экспорт инновационных товаров, предприятия решают другие задачи. Возникает необходимость разработки специализированных стандартов. С 1 июля сего года в полной мере заработал новый федеральный закон о стандартизации Российской Федерации. 162-й федеральный закон дал возможность закрепления ссылок на национальные стандарты в нормативных правовых актах, если старый закон о техническом регулировании это не позволял делать. Основной из ключевых норм закона является обязательность ссылок на национальные стандарты при описании объекта закупки в конкурсной документации. Но успешный бизнес, говорят эксперты, невозможно построить без квалифицированных кадров. Эту задачу предприятия решают по-своему. К примеру, на Чебоксарском электроаппаратном заводе будущих специалистов растят в ресурсном центре. Работаем уже со студентами. У нас есть целевая программа подготовки кадров под наш завод. Вот на сегодняшний день у нас на договорной основе учатся 26 студентов, которые уже... В 2017 году придут на наше предприятие, и они учатся не только в аудиториях нашего уважаемого университета, они учатся прямо вот здесь, в ресурсном центре. У нас есть оборудованные классы. Для предпринимателей, отмечает Михаил Игнатьев, в республике продолжат создавать благоприятную среду. Диалог между бизнесом и властью, диалог между властью и бизнесом всегда у нас была, есть и будет. Я вот еще раз это подчеркиваю. Ни у кого никаких сомнений в этом не должно быть. И мы практически должны подняться еще на другой уровень. Поддержка правительства приносит свои плоды. У нас индекс промышленного производства составляет сейчас практически 108%. Это очень важно.
За счет развития малого и среднего бизнеса, за счет электротехнического кластера, за счет оборонно-промышленного комплекса и за счет и экспорта произведенной продукции на территории Чувашской Республики. Предприниматели обратились к главе региона с просьбой создать в районах МФЦ специализированные окна для бизнеса. Михаил Игнатьев поручил министру экономического развития рассмотреть этот вопрос. Пленарная часть завершилась торжественно вручением наград лауреатам конкурсов «Марка качества» и «100 лучших товаров России». Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Обсуждение природоохранных вопросов в новом формате. Надзор за исполнением законодательства при сбросе сточных вод, обеспечении населения питьевой водой и другие темы обсуждают теперь на форуме. Его организовали Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и прокуратура Чувашии. В работе принял участие глава республики Михаил Игнатьев. С подробностями Родион Архипов. Загрязнение сточными водами рек в Волжском бассейне остается одной из самых болезненных экологических проблем. По результатам прокурорских проверок, основные нарушения – отсутствие разрешительной документации на сброс, значительное повышение установленных нормативов допустимого сброса, а также нарушение производственного контроля за качеством сбрасываемых стоков. В течение прошлого года выявлено около 1500 нарушений на территории Волжского бассейна. Тем не менее, совместная работа власти, общества и бизнеса в Чувашии позволяет не только держать экологическую ситуацию под контролем, но и добиваться позитивной динамики. Те технологии, которые сегодня применяются, то, что уже построено, и то, как используется, и какое количество денежных средств, это высший класс. Есть, мы будем об этом говорить во всех субъектах. И здесь есть чему учиться, и я не сомневаюсь. Мы еще лет 5-7, и здесь будет, как всегда было. Вот, если я не ошибаюсь, городу, наверное, будет порядка 550 лет скоро будет отмечаться. Да? Здесь остановились, по разным версиям, там, воеводы, князья, чтобы попить чистой воды. И это будет образец. Здесь надо брать, и как делать чистую воду. Мы со стороны органов власти эффективно, конструктивно взаимодействие с прокуратурой, с природоохранной прокуратурой делали все, привлекали всегда общественников и будем также с честью и достоинством все эти мероприятия выполнять. На одним годом это не завершится. Это всегда, пока человек будет жить, этими вопросами мы все должны заниматься. Следующий год объявлен президентом России годом экологии. Итоги форума в дальнейшем будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, уполномоченными органом государственной власти, представителями экспертного и научного сообщества. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика. Все министры правительства Чувашии избавились от приставки ИО. Сегодня указ о назначении Александра Коршунова министром природных ресурсов и экологии подписал глава республики Михаил Игнатьев. Александр Коршунов исполнял обязанности министра с сентября 2016 года. У 7 пригородных автобусных маршрутов с мая этого года конечные пункты в Чебоксарах расположены на пригородной автостанции, которая принадлежит Чувашавтотрансу. Такое решение перевозчик принял из-за высокой цены обслуживания на вокзалах, которые принадлежат АвтоВАЗу, по 20% со стоимости каждого билета. Министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников говорит, что эта проблема чисто экономическая. Спор двух хозяйствующих субъектов переносится в политическую плоскость. Чувашавтотранс имеет две подведомственных автостанции. Одна находится на железнодорожном вокзале, вторая находится на Новосельской, это северо-западный район нашего города. Значит, станции аккредитованы, прошли безопасность, все как положено, и это право Чувашавтотранса работать на своих автостанциях. Угу. Они сами обслуживают, тем самым я считаю, что предприятие от этого работает эффективнее. Почему? Потому что АвтоВАЗ, он берет 20% от тарифа. Вот, это, конечно, баснословные деньги, если посчитать то, что предприятию необходимо тратить средства на поддержание автобуса в нормальном техническом состоянии, платить заработную плату, значит, заправлять топливом,
И плюс еще отдавать 20% АвтоВАЗу, это, конечно, очень большие деньги. Поэтому в целях экономии, более эффективной работы предприятие пришло к такому заключению, что необходимо обслуживаться самостоятельно вот по этим 7 маршрутам. И хочу сказать, что пассажиры от этого нисколько не страдают. За полгода, что пригородные автобусы обслуживаются на аккредитованных автостанциях «Чувашавтотранса», предприятие получило прибыль почти 800 тысяч рублей. За год, по подсчетам специалистов, эта сумма достигнет 1 миллиона 700 тысяч. Сергей Аказиев, генеральный директор государственного предприятия, уверен, что решение работать на своих автовокзалах было верным. Но эта сумма ощутимая для нас, потому что у нас до недавнего времени даже аренда земли по Шумерлинскому ПТП, там у нас земля была на 5 гектаров земли. И из них мы сейчас отмежевали 4 гектара, вернули в казну Чувашской Республики. Просто пустующую, за пустующую землю 4 гектара на территории Шумерлинского ПТП мы платили 2 миллиона 200 тысяч рублей в год. За аренду, да, в год за эту землю. Вот можно понять, что, какая сумма это является. По другим маршрутам у нас, которые остаются, мы продолжаем осуществлять перевозки. Именно стартуем и финишируем на привокзальной, на вокзале АвтоВАЗа, где генеральный директор является Полеев Владимир Кириллович. Эти 7 маршрутов, с моей точки зрения, просто было экономически невыгодно. Это нужно было этот шаг провести еще раньше, потому что это на самом деле на поверхности находится это решение этого вопроса. Тем более, что там же и находится железнодорожный вокзал, там же троллейбусное управление, их троллейбусы там тоже останавливаются. Такая ситуация, когда с обслуживания маршрутов собственника автовокзалов собирает 20% только в Чувашии. В других регионах максимум 12-15%. В республике только один из диспетчерских пунктов в Марпасаде просит за свои услуги 18%. Сергей Аказиев говорит, что разница даже в 2% ощутима. Рыночные условия диктуют новые правила. Правила считать каждую копейку. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Чувашский государственный университет – место встречи самых активных и спортивных студентов России. География Всероссийского форума «Студенты ГТО» впечатляет. Москва, Владимир, Казань, Екатеринбург, Оренбург, Республика Марий и многие другие. 120 участников из 18 вузов проверили свои силы. Готов к труду и обороне. Под таким девизом жили миллионы советских людей. Мощная пропаганда здорового образа жизни казалась нерушимой платформой духовного и физического оздоровления нации. Но после перестройки программа ГТО быстро отправилась на задворки истории. И только в 2013 году по инициативе Путина физкультурно-оздоровительный комплекс начинает возрождаться. Приоритетное направление – вовлечение молодежи в программу ГТО. Сегодня не будет проигравших, ребята. Почему? Потому что участие в этом представительном форуме – это уже достижение успеха. На того, кто сдает ГТО успешно, хорошо, приятно смотреть. Это подтянутый молодой человек или девушка. Но что говорить? Глаза радуются, душа поет, глядя на таких молодых людей. Это не только нужно студентам, которые занимаются спортом, но еще и тем, кто хотят попробовать себя и узнать, на что же они способны. Способны ли они сдать такой же норматив, как сдавали их предки при Советском Союзе. В рамках форума организована образовательная и спортивная программы, мастер-классы, дискуссионные площадки, научно-практические конференции. И самое главное – это сдача нормативов ГТО. В 2016 году мы начали работу со студентами, подготовили около 500 спортивных судей. Есть у нас теперь и кадровый состав, и сегодня открывается еще и студия в Чувашском государственном университете для сдачи норм ГТО. И соответствующая инфраструктура, наличие специалистов нам поможет внедрить действительно на хорошем, качественном уровне всероссийский комплекс. Студию организовали в общежитии ЧГУ номер 6. Это полностью реконструированный спортивный зал с современным оборудованием. Появляется такая замечательная студия подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это, конечно, будет в первую очередь студенческая студия, куда смогут попасть
каждый студент нашего университета. Ну и помимо этого, молодежь города Чебоксары, если кто-то захочет приехать из регионов и Чувашской республики, мы для этого всегда открыты в университете. Всероссийский фестиваль «Студент ГТО» станет толчком для возрождения здорового образа жизни в республике. С этого года результаты сдачи комплекса ГТО будут вноситься во Всероссийскую базу данных. Татьяна Филатова, Анастасия Лангина, Алексей Апанаев, Республика. В декабре в эфире национального телевидения можно будет увидеть фильмы второго всечувашского фестиваля «Асам», который на днях завершился в республике. 12 картин победительниц будут транслироваться в выходные. В столице Чувашии прошел второй по счету чувашский кинофестиваль «Асам». И если в прошлом году фестиваль был скорее камерным, то на этот раз в нем участвовали кинематографисты не только Чувашии, но и других регионов России и стран СНГ. Болгарии, Киргизии, Молдовы. Триллеры, мелодрамы и даже артхаус. На этот раз среди фильмов-участников большое разнообразие жанров. Много было и анимационных работ. Фильм режиссера Владимира Корсакова стал лучшим сразу в трех номинациях. Лучшая женская роль, лучшая женская эпизодическая роль и гран-при кинофестиваля. Это, мне кажется, очень такая полезная работа, которую можно смотреть и учиться, как вести себя девушкой, например, каким быть, как строить себя, как делать. Потому что очень мало сегодня таких достойных примеров. Вот Сухви, главная героиня фильма «Дочь Сурмы», она воплощает в себе все лучшие качества чувашской девушки. И не только чувашской девушки, вообще чувашского народа. Все лучшие, самые лучшие качества – это аристократизм, скромность. Скромность как сила. В Чебоксарах откроется Дом дружбы народов Чувашии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Михаил Игнатьев. Дом дружбы разместится в здании бывшего филиала Российского государственного социального университета по улице Хузангая. О необходимости создания Дома дружбы народов говорилось неоднократно. К главе республики, правительству не раз обращались руководители национально-культурных объединений, представляющих интересы народов, проживающих на территории Чувашии. Вопрос поднимался на съезде народов. Создание такой общественной организации, как Ассамблея народов Чувашии, ускорило принятие важного решения. Дом дружбы станет объединяющей площадкой для всех, кто живет в мире и согласии уже многие десятки лет. Средства на новое учреждение будут выделены из республиканского бюджета. В последние дни, чтобы добраться из дома до остановки, жителям столицы республики порой надо обладать акробатическими способностями. Чтобы не оказаться на льду и не сломать руку или ногу. Многие пешеходные тротуары внутри кварталов, междомовые и ничейные территории представляют собой один сплошной каток. Гололедица сегодня настоящая проблема для столицы республики. Если наледь на центральных дорогах практически побеждена, то во дворах управляющие компании с работой справляются не везде. Использование смеси соли и песка дороги дает не быстрый результат. Сейчас в городе некоторые управляющие компании применяют новый реагент «Бионорд». Пробуем мы новые препараты, которые в этом году, в прошлом году начали использоваться. Бионорд, который хорошо тает лед и экологически чистый, безопасный. Как для обуви, для меха, так и действует как удобрение. В весенний период тает лед, и этот бионорм уходит в землю и не вредит почве и растениям. Также безопасно для машин, ни ржавчины, ни коррозии не образуется. Сейчас управляющие компании используют Бионор для очистки от льда подходов к подъездам. Материал недешевый по сравнению с песчаной солевой смесью. Но плюсов у него гораздо больше. Он не пылит, не забивает стоки, его не нужно убирать, поскольку гранулы растворяются. Он начинает действовать спустя 40 минут при обычной погоде и через 3 часа при обильных снегопадах. А затем разрыхлившуюся массу можно убрать. Вполне возможно, что уже завтра можно будет использовать новый Бионорд не только для борьбы с гололедицей. По данным Чувашского центра гидрометеослужбы, в республике ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер будет усиливаться до 13-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Как предупреждают синоптики, такие условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Администрация Чебоксар вновь просит автомобилистов пользоваться городским транспортом. Наши новости и программы смотрите на сайте nrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.